Антох, привет. Перестал работать скрипт по созданию doc и PDF файлов из Excel, спарсенного тобой источников. Скачал файлы, создал на диске C темп XLS1, книга, которую надо преобразовать в PDF, конвертер. Шаблон скопировал в корень. Итак, согласно моей инструкции, конвертер можно разбусить на рабочем столе. Вот так и сделаю. Запускаю макрос и жду. Где-то год не запускал макрос, а теперь нужно несколько книг подготовить. И это крайне важно. На новом компьютере у меня нету диска D, поэтому прописанный в скрипте на строке 4172 диск D не работает. Я заменил его на другой диск, на диск F, который у меня есть, но не помогло. Диск F есть, а папки нет. Может быть, папку самому создать? Но если я сам создам папку DSA. В этом месте у меня все обламывается. Запускаем по новой. То же самое. Прошу помочь. Спасибо.